Инсталляцию «Метелица». Стать участником программы «Полет фантазии», познакомиться со звездочетом и даже создать собственную планету – немало сюрпризов ждут в ближайшие дни гостей московского планетария. Сегодня он отмечает свой 85-й день рождения. Идея его создания родилась в 1927 году, а спустя еще 2 года он уже принял первых посетителей. В разные годы там работали астрономические кружки, обсерватория, заседал стратосферный комитет, а во время войны читали специальные лекции для разведчиков и военных летчиков. В 90-х здание было закрыто на реконструкцию, после которой планетарий вновь заработал в 2011-м. К 85-летию там подготовили обширную праздничную программу. С 6 по 9 ноября в интерактивном музее будут работать творческие мастерские, пройдут викторины и театрализованные представления.